Валянчик, давай перед шестом зробимо спеціальні вправи. Поработай ручками та стопой. Давай, як риноловень дівчинка. Молодець. Стопой, проталкивайся. Руки, руки. Отлично. Молодець. Все, пішли на шест. Ми тут недалеко живемо, і до стадіону їхати далековато. Вот это детская площадка, где мы с Емельянчиком тренируемся каждый день. Вот они, Емельян соорудил такой для шеста мат, планка у нас. Вот у него шест, иди сюда. Его не остановило то, что у нас нету шеста. Он сказал: мама, я возьму трубу двухметровую, железную. Ну, в принципе, для детских прыжков это нормально. Вот тут вот мы часто тренируемся. Каждый день он строит себе такие конструкции. Вот эта планка, вот это мат, и на шесте прыгает. Вот мой шест. У меня профессионального пока нету, но он легкий у меня. Я сейчас покажу, как я на нем стрибаю. Выше возьми, повыше хватом. Продавливай, продавливай шест. Проталкивайся, хорошо. И сразу таз поднимаешь, и на стопу назад чуть-чуть разбег. Понял. На стопу назад, не сильно близко. Не понял. Давай. Группируйся, быстрее ножками иди наверх. Близко сейчас подошел. На стопу дальше, потому что если планка будет выше, ты ее собьешь. У тебя траектория будет маленькая. Чуть-чуть дальше и ножками быстрее группируйся. Окей? Я шест примерно с 7 лет освоил. Начал прыгать 1,50 м, сразу прыгнул с метра, потом 8,90 м. И потом я 2 года не тренировался, потому что кризис был с шестом. Вот сейчас немножко с шестом уже начал попрыгивать. Він мені сказав: мама, я хочу поїхати на чемпіонат України, це моя мета. Але спочатку карантин, потім війна, і у нас не було наша група. Коли сталася ця війна, наша група, звісно, розбіжалася хто куди. І ми перестали працювати з тренерами, і ми стали тренуватися вдома, бо він не може не тренуватися. Это был чемпионат Украины в Киеве по двоеборье 60 Жордына. Я там занял 3-е место, 2:10. Это как воздух был, как будто я воздух вот так вот взял. Ну, немножко, потом немножко почувствовал шест. Ну вот, взял шест как пушинка вот так. Дальнейшие планы, ну, попасть в сборную Украины. И попасть в сборную Украины и мечта 3 Олимпиады выиграть.